Вот вам и Америка. Выпал снег. И никого нигде нет. Я вот приехал в русский магазин. Ну, а мы обычно по субботам скупляемся. Но обычно ездим в большой магазин. Там гастроном у нас есть. Я уже показывал вам Marvel Food. Но здесь возле нас, вот рядом есть такой небольшой маленький тоже русский магазин. И вот я приехал, думаю, хоть какого-то сыра, сосисок купить к чаю. И вот смотрите, магазины все, вон, американские, закрыты. Только работают частные вот магазины. Вот это вот африканский магазин, а вот это вот русский. Потому что снег выпал. Даже вон полицейские, видите, стоят вот там вот. Я смотрю, они даже никуда не выезжали. Они, наверное, даже на работу не вышли. Хотя полицейский участок там пишется, что open. А может и вышли, не знаю. Ну, вот так вот. В Америке у нас вот здесь вот снег, если выпал, все. Это стихийное бедствие. Ну, а я своего коня подковал. Кинул сзади шипованную резину зимнюю. Видите? Сзади пригрузил вот такими вот бетонными блоками задок, для того, чтобы нагрузка назад был. И он у меня прет как танк, короче. Ну, сейчас покажу вам немножко еще дороги американские. Как готовится власть городская к снежным метелям. Хотя эту метель предвещали неделю назад. И они об этом все знали. Точно так же самое, как вот 2 года назад была метель. Тоже передавали за неделю, готовьте, снег будет, то все. Выпал снег, все дороги в снегу, каша. Люди скользят, люди едут, кому надо ехать, кому не надо, дома сидят и мучаются. Я не могу этого понять, ведь Америка такая ж продвинутая страна. Неужели нельзя вот этих тракторов, там, этих снегоуборочных машин выгнать на прочистку этих дорог, посыпать чем-то заранее? Ну, поедем, посмотрим дороги, сейчас покажу вам. Но мы все-таки купили то, что нам нужно было, и едем домой. Вот здесь вот просто-напросто раскатали машины, я так думаю, дорогу. Никто ее не чистил. Также с нами и дороги другие основные. Ну, а здесь вроде бы чистили, я смотрю, видите. Ну, это хозяева, видать, этих магазинов, забегалов. Ну, все закрыто. Вот терьяки закрыты. Какой-то центр открытый. Здесь кучи насыпало. Нагребли, видать, скорее всего, здесь расчищали. Да. Все закрыто. Мы идем за нос. Делаем виражи. По снежным сугробным просторам. Да, так пошлифовать дрифт по снегу. Машина в занос идет. Чувствуешь себя профессиональным раллистом, драйвером, спортсменом, да? Смешно, но интересно. Мы на моей машине как на танке себя чувствуем. Прет
через сугробы без проблем. Смотрите. Оп. Вот так вот. Раз. Прикольно, да? Мне же самому интересно, как мы здесь буксуем. Да. Здесь тоже дороги, видите, разъездили, только машины, и все, никто их не чистил. Вон, посмотрите, все белое, все занесено снегом. Тормознешь, а тебя несет. Пешеходы идут по дороге, потому что тротуары тоже никто не чистил. Видите, все тротуары занесены снегом. Красный свет, мы тормозим, а нас несет. Вот, пожалуйста, какие дороги в Америке. Ничего не почищено. Все занесено снегом. Пожалуйста. Каша. И говорят, что снег будет еще сыпать эти все сутки. Здесь ребята буксуют. Мерседес 4x4. Фан я получила.
Этот чувачок уже покатался, смотрю, так что бампера нету у него. Да, снег-снежок, белая метелица. С одной стороны и фан, и классно, и прикольно, а с другой стороны не все могут проехать по этому снегу. Так что как-то так. Такие вот дороги, вот такая вот зима у нас сегодня. Ну а мы едем домой чай пить с баранками. Наши дороги здесь вообще никто не чистит. Все белое, белым-бело, все метелью занесло. Так, здесь какой-то клиент выехал и не знает, что ему дальше делать, да? А, ну это клиентка, все ясно, тем более блондинка. Куда ж ты на этом хюндайчике, тем более с лысой резиной едешь? А вот смотрите, какой крокодил ползет. Ну да, на таком можно ехать. Почта на цепях поехала, полностью все колеса в цепях.
наш нейборхуд вообще никто не прочищал. Все снегом занесено. Класс. Мы побуксовали. Красота. Ляпота. Я его здесь прицепил на лобовое стекло, на штатив, на присоску. Для детей раздолье. Thank you.